Блядь, да пошла она! Пивайте вы чаёк, чтоб вставал у вас хуёк. Липтон, пейте с райским наслаждением. А Паша говорит гадости, когда кто-то в наушниках. Конечно, я и тебе сейчас буду говорить. Скажи, слышишь ты меня, нет? Люблю тебя, не могу вообще. В детстве родители отдали меня в травматический кружок. Теперь я Dead Inside, мне 9 лет, и я хочу в психокидс. Постоянно жрет. Эта свинота хрючит по 30 тысяч килокалорий в жало и вообще не жиреет, и ему все мало. Остановите его, пожалуйста. Я по улице лечу. Ужас, бедное дитя, как же вылечить тебя? Я из Германии прибыть, сироп целебный превосходить, от кашля помогать лечить, он тонкий очищает, мокроту расчищает. Вкусно! Ты батон, ты чё такой пельмень? И я застрял! Это все потому, что кто-то слишком много ест. Это все потому, что забор слишком узкий. Через несколько часов после того, как меня похоронили заживо, я обрадовался, когда услышал, как кто-то меня выкапывает. Но моя радость быстро отступила, когда я понял, что звук доносится из-под меня. Его типа закапывают еще глубже. Типа кто-то внутри выкапывает. Типа ползи к нам еще ниже. Ты что, Майнкрафт или Террария? Какие дошли, типа, извините, у нас просто лифт сломался. Решили вручную.